пару слов про пылесос садовый Гардена. Его я купил еще, когда был курс 8 гривен за доллар. Приобрел в эквиваленте $150. В принципе, на сегодняшний день примерно так и стоит. Последний раз это, если взять курс 8, был ровно 10 лет назад, в 2013 году. На сегодняшний день он проработал 10 лет довольно-таки успешно. Все, что я сделал, был залом провода. Я его просто вскрыл и переделал, и все. Но сегодня вышел вот такой форс-мажор. Думаю, шел, зацепил за провод, и он весело упал. В итоге вот обломилось, и вот обломилось. Поэтому вот такая неприятность. Пылесос довольно-таки еще рабочий, и все. Ну, попробую за зиму его сделать. Если, надеюсь, получится, все-таки эта штуковина отвечает за крепление вот этой, как видите, пока подручными средствами сделал вот так. А получится, не получится, посмотрим, но жалко все-таки. Так что вот такая вот сегодня неприятность. Да, я хотел добавить, за весь этот период я приобрел, то есть заменил вот этот вот мешок позапрошлом году только. Так как он в этом месте, и особенно сейчас вот тут внизу стирается, потому что засасывая листья, попадаются более крупные веточки мелкие, которые потихоньку счесывают мешок. И все. Этот обошелся 800 гривен. Получается. И все. А так работал без нареканий. А так все хорошо. Всем мир и спасибо за внимание.